қазіргі таңда біз Түркістан облысы Шолаққорған кентіндеміз, яғни Шолаққорған ауылында. Бұл жұмыстарды атқару үшін Ақадзупром мекемесінің қазіргі таңда авиасанақ жұмыстарын жүргізу үшін бұл жерге, бұл аумаққа Ақадзупром республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының жануарлар дүниесін есепке алу және мониторинг бөлімінің мамандары мен инспекторлары, сонымен қатар облыстық аумақтық инспекция мамандары, зоология институты өкілдерімен және де осы авиакомпания, Дала Эйр компаниясымен авиасанақтар жүргізудеміз. Түркістан облысына қарасты бізге 40 сағат уақыт белгіленген. Жалпы облыс аумағында ашу үшін біз қазіргі осы уақытта Қаратаудың арқарларын санап жатырмыз. Бұл жақта мекен ететін Қаратау арқары болып саналады. Республика бойынша 225 сағат осы жоспарда бар. Биылғы жоспарда Түркістан облысын аяқтағаннан кейін Жамбыл облысына, Жамбыл облысынан кейін Қарағанды, Абай, Жетісу және Павлодар облыстары сол аумақтарда жұмыстар жүргізетін боламыз. Облыстық аумақтың инспекция, Ақадзупром, Дала Эйр. Вот это Каратауские горы, да? Да, Каратау. Это Тяньшань. Учет будет проводиться, как всегда, по схеме, которая запущена в 2005 году. Практически по одним и тем же маршрутам проводится не только учет, но и мониторинг животных. Северо-западная часть Каратау и до перевала Куюк, значит, через равные промежутки времени, галсы, через 2-3 километра, в зависимости от численности животных в угодьях, значит, проводится учет от края до края. Вот сегодня погода немного подводит, но Бог даст, скоро начнем. Обычная работа, учет. Регистрируется, сколько животных учтено всего, каждая встреча. Из них пытаемся определить пол, возраст животных, сколько самцов, сколько самок. Особо важно, если родились ли в этом году был якут. Вот. Но, естественно, собирается дополнительная информация. Распределение скота, состояние угодий. Есть ли какие-либо видимые нарушения, если есть падежи животных, это особо отмечается. Казахстанская зоологическая наука, охотовическая наука. Не зря же пришли к тому, что нужно учет проводить и с воздуха, в том числе. Учет с воздуха позволяет за короткое время, значит, обработать территорию, которую наземным учетом невозможно обработать. Вот без Каратау на ражарном бастане здана, Джамбул жақтан, Куйықтан, бірақ күтеміз, да? Прокладывается маршрут через 2-3 километра. Зигзаг по, да? Да. И каждая точка, она же ложится на карту. Мы четко видим, как жерде, как. Территориальное распределение, это первое. Биотопическое распределение, второе. Далее мы учет проводим, мы же не только считаем, да, мы пытаемся определить, ханча ужасов, ханча саулов, да? Сколько годовалых животных выжило. Вот сейчас начнем учет проводить, мы будем четко себе представлять, а кот начался, не начался. Это очень важно. И все это потом в виде отчета представляется в Ходзопром, который, учитывая все материалы, которые мы там наработали, и совершенствуем систему охраны, территориальное распределение, там, куда чаще выезжать надо, где какие-то элементы нарушения. Это все комплексная работа. Без этой работы невозможно. Вот, Керек жұмыс деген сөз ғой.
почему мы после зимы проводим, это опять мировая практика, практика казахстанских ученых, да? Потому что зима, вот зима прошла, тяжелое время прошло. Еще Наурыз провели, да? Значит, все, теперь у нас есть уверенность, что Калган, она не делала. Табигатта, Андар, они уже выживут. Уже тяжелое время прошло, значит, начнет размножение, территориальное распределение мы отследили, биотопическое распределение. Важно численность определить, и мы прогнозную оценку даем, а сколько же в этом году мы ожидаем приплода. Казахтар ходит бақанда, жыл сайын санайды ой, да? Анчар дейді. Хозы болады, қалай болады, не болады. Очень важная и нужная работа. Кому-то кажется, ой, полетал, увидел, на земле проехал, увидел. А потом она, сіздің слоганыңыз, летом почему делаем, да? Вот сейчас мы пролетим, допустим. Я больше чем уверен в этом году. Вот сейчас мы ягнят не увидим. Обычно у нас окот начинается с первых чисел. Где-то 1-4 апреля первые начинаются роды. Муртар, в Каратавском, в частности. Поэтому где-то в конце августа, в начале сентября наземные учеты опять проводятся. Ну, будем так, учеты мониторим. У нас есть определенные заложенные, уже утвержденные маршруты. Мы по ним проезжаем, учитываем и определяем структуру популяции. Да, вот Жердень-Курганде, Аспай, там 10-12 дней работа проводится. Мы уже четко представляем, канша кужа, канша салу, канша козы волк. Вот. И, естественно, собирается дополнительный материал, а что у нас с охраной, насколько эффективно, имеется ли гибель, причина гибели животных. Ну вот, все это в конце концов, будем так говорить, к концу года дает материал, который можно будет рекомендовать, анализ сделать, рекомендовать охранить дома, что и как делать. Вот в этом заключается работа. Хархарда. Горное животное, да? Международное название горный баран, да? Мы прекрасно знаем, что он обитает в горах. Это первое. Второе. Многолетний материал, который из года в год собирался и наносился на хребет Каратал. Мы четко представляем, где архар есть. Допустим, она чужак кабармай, архар тоже там с дымим злой, да? Маршрут блестит. Да, вот таген тавдан куйхадын тартали, да? Вот мы ежегодно закладываем маршруты таким образом, чтобы все места, где архар может быть, мы должны пролететь. Вот, и это зависит уже от денег, возможностей, часов полета. Закладывается или 3-километровый маршрут, или 2-километровый маршрут. Все, вот на этом маршруте мы всех животных считаем, определяется. Потом на момент учета определяется. Каждая точка, когда была компьютер Гасалнда, каждая точка, вот, будем так говорить, показывает, где архар есть. Да? Мы оконтуриваем, четко определяем площадь. На какой площади архар прозимовал под момент учета барта. Определяется на тот момент плотность популяции на эту территорию. Расчетная численность. По многолетним исследованиям ученых многих стран, да, это Казахстан, Нажахта, Таджикистан, да, Памирский деген архар бар, Гималай, Тибет, Монголия да бар. Значит, все обработанные материалы показывают, что архар, ну, в природе до 13 лет доживает достоверно. По срезам зубов было определено на огромном материале, там более 900 архаров во всем мире было срезано. И только там, если мне не изменяет память, 1,5% животных, которые достигали возраста 14 лет. Вот. А так 10-12, максимум 13 лет архарным тратно время жизни архаров. Шаруашылық жануарлардың дүниесі комитетінің жалпы
2024 жылға. Қазіргі кезде мына осы Созақ ауданында сирек кездесетін және де құрып кетуге қаупі бар жануарлар дүниесіне санақ жүргізілуде. Осындағы охотопром және де зоологиялық институттың мамандары біз Түркістан облысы орман шаруашылығы жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясымен біргелесіп осындағы Түркістан облысы Созақ ауданында осы Қаратауда мекендейтін арқарға авиасанағы жүргізілуде. Ал енді санақ өзінің нәтижесі жақсы көрсетуде, қазіргі таңға жүргізіліп жатыр. Шығында биылғы жылға шығынның ішінәсесін көріп тұрған жоқпыз. Қаратауда біздегі мынау Созақ ауданына қарасты ерекше қорғалатын аймақ табиғи аумақтағы олардың мәліметін беруінше 1300 бас арқар мекендейді осында. Жылдан жылға жақсы 20%-тей төл беріп, жылдағы саны көбейіп, жылда саны асып келе жатыр. Қорғалу жағы қазіргі таңға өте жақсы. Осындықтан осындағы мына Созақ ауданындағы Қаратау ерекше қорғалатын аймағының табиғи аумағының мамандары және егерлері жақсы қорғалып келе жатыр. Бүгінге дейін ешқандай сұғанақтық қана тіркелді. Оған дейін ешқандай сұғанақтыққа әлі жол берілген жоқ. Оның жалпы халықтарға айтылып та келе жатыр осы жәндегі бұқаралық ақпарат құралдарда бір арқарды жойылғанға басына 1,5 айлық есептік көрсеткіш табиғатқа келтіретін залалы сондай шығын болғаннан кейін сонда ескере келсе керек жалпы халық қазірге ешқандай оның сұғанақтыққа жол беріліп жатқан жоқ. Допустим, хребет Каратау. Хаскар обычный животное, да? Малга тисет, анга тисет, архарга тисет. Раньше, до 40-50 года, здесь у нас обитали снежные барсы. Рысь была многочисленная. Казыр барс жок, аю жок, рысь практически исчезла. Поэтому жалость хаскар гадут. Вот. Но по нашим, в крайнем случае, по нашим институтским данным, где-то в Каратауда 20-25% архаров волк в течение года. Это үлкенін қар басқан кезде, қар көбейген кезде құлжан ұстайды ғой. Қарға айдап баратта басады. Где-то. Потом очень много ягнят кибнет. Допустим, она по материалам многолетних исследований Каратауский архар – один из самых, будем так говорить, деторождаемых. В момент рождения ягнят бывает 30-35% ягнят популяции. Из этих 30-35% только до осени, до сентября-октября доживает. 30-35% из них погибает. 33-35%, да? А к следующей весне, вот к этому моменту, почти половины уже нет. Если тым боса, қар көп боса, еще больше погибает. Бывает до 70% вот ягнят окота этого года, да, может не дожить до следующего, до одного года. Природа жесткая, это, знаете, калай. Он не мальчик ангезде, толган ит, да? Далее, что скрывать? Кейбриджеды начинают хулиганить. Капкан салата, нав салат. Потом позволяет себе, многие, будем так говорить, владеющие дальнобойным оружием, стреляют. Ну, естественно, это издержки общества. Без этого не бывает.